Вот мир в последнее время, мир склоняется к какому-то безумию, да, которое подразумевает выгоду. То есть не стало ценностей, вот о чем мы говорим постоянно, да, что я, кстати, был в Греции и там разговаривал с людьми, греками, и они говорят, что вы единственная страна, которая сейчас как бы вот традиционные ценности поддерживаете. Все остальные только деньги и выгода. Как бы. И я в этом в какой-то мере согласен. Вот. И сейчас говорить о ком-то, что это такое какое-то единение, как это бывало, да, когда есть общие интересы, не только экономические, да, очень трудно, потому что это должно быть и сращивание культуры и так далее, да. Пока это больше экономический вариант такой, больше система, приоритет расставлен в сторону, как бы, экономических связей. Но дай бог, что они вырастут и в остальные, и к этому мы идем, и на самом деле это видно, да. С другой стороны, никто не знает, что будет завтра. Никто, никогда. Они об этом не знали никогда, ни в какие времена. Все, там, когда началась война там, с Германией, да, тот же Сталин, он там не считал, что она будет вообще, и что она возможна, к примеру, да. Поэтому посмотрим, посмотрим. А пока для нас это, конечно, выгодно и интересно, потому что, ну, нельзя в одну корзину, да. Вот, ну, практика показала, нельзя дружить с одними, надо дружить со всеми.